الصلاة لها شروط. هذه الشروط تأتي قبل الدخول في الصلاة. У молитвы есть условия. Эти условия учитываются до молитвы. تريد الصلاة أن تكون صحيحة. То есть ты хочешь, чтобы твоя молитва была действительной? فلا بد من أمور قبل الصلاة وأمور في الصلاة. Есть вещи, которые до молитвы надо с ними считаться, есть вещи в молитве. قبل الصلاة شروط. Что касается того, что до молитвы, то это называется условиями. داخل الصلاة أركان واجبات. Что касается внутри молитвы, то там столпы, обязательные какие-то вопросы. Сунан. Или же желательные. Шурут ас-сала 9. Что касается условий молитвы, то их 9. Аш-шарт ал-аввал. Первое условие. Аль-ислам. Наличие ислама. Лау салля аль-мушрик. Если молится какой-то многобожник. Салля ман ясуб ад-дин. Или же молится тот, кто ругает религию. Ясуб ас-сахаба. Или тот, кто ругает сподвижников. Яъбуд аль-джин, яъбуд асхаб аль-кубур. Или же поклоняется джинам и тем, кто в могилах. Салату батила хатта туб. Его молитва недействительна, пока он не раскается. الشرط الثاني من شروط الصلاة. Второе, второе условие молитвы. العقل. Это наличие разума. لو صلى المجنون صلاة باطل. Если умалишенный совершит молитву, его молитва недействительна. لو صلى السكران صلاة باطل. Если человек пьяный совершает молитву, его молитва недействительна. نمنع السكران من شرب الخمر. يمنع السكران من شرب الخمر. Человек пьяный, ему запрещено пить вино. ونأمر بالصلاة. И приказываем ему совершать молитву. الشرط الثالث. Третье условие. حتى تقبل الصلاة لابد من شرط وهو التمييز. التمييز غير البلوغ. يعني يميز بين أشياء. يعرف إنه هذا ماء وهذا نار. اجلس يجلس. Для того чтобы молитва была действительной, у человека должно быть различие. То есть он должен различать вещи. Не обязательно, чтобы он был совершеннолетним, но он различал, знал, что это вода, это сок и так далее и тому подобное. يخطئ من يترجم التمييز بأنه البلوغ. Ошибается тот, кто переводит на другие языки слово «тамиз», «различие», как «совершеннолетие». لماذا ذكروا التمييز؟ Почему ученые упомянули именно различие? حتى نعرف صحة صلاة الصغير. Для того, чтобы мы знали, когда молитва ребенка будет действительной. هل صلاة الصغير صحيحة؟ Является ли действительной молитва ребенка? يميز بين الأشياء الصلاة صحيحة. Если он различает между вещами, то его молитва действительна. إذا كان لا يميز الصلاة باطلة والله أعلم. Если же он не различает, то его молитва недействительна.